На празднике хорошо провести время могли не только взрослые, но и дети. Малышам предлагали нанести на лицо аквагрим, а также поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Я нарисовала поезд и солнышко. Поезд едет в Париж. В числе поддержавших организацию этого праздника топливная компания «Башнефть». Участие в этом мероприятии оренбургские представители компании принимают уже не в первый раз. Региональное предприятие «Башнефть Оренбург нефтепродукт», которое я сегодня представляю, уже второй год поддерживает инициативу организаторов акции «Вместе мы спасем миллионы жизней», привлекая все больше наших клиентов-автолюбителей в участие акции, тем самым расширяя круг добросовестных и ответственных водителей на дороге. В этот раз в числе призов оказалось 10 топливных карт, каждая на 4000 рублей. Их хотелось получить каждому принимавшему участие в лотерее. Волей судьбы среди счастливчиков оказались достойнейшие. Я очень рад. Карту я ездил безаварийно, и за это, наверное, мне дали карту. Я на этих заправляюсь заправку, потому что «Башнефть» – это отличная компания, и качество топлива, судя по моей машине, у меня машина «Opel Astra» и «Volkswagen Passat» две, и я заправляюсь только на этих. Топливные карты, безусловно, отличный подарок автолюбителям, ведь качество бензина – немаловажный фактор в безопасности дорожного движения. Качественное топливо, которое мы предлагаем на наших заправках, это топливо экологического класса Евро-5. Оно гарантирует безаварийную работу двигателей, и это самый важный фактор, который помогает безопасности на дорогах. Александра Петренко, Роман Боричев, «Новости дня».